С начала года прокуратурой Сырымского района защищены права 1415 детей. Госорганы по вопросам защиты прав несовершеннолетних направлены 8 предписаний. 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности. На днях сотрудники прокуратуры провели рейд по семьям, где в патронатном порядке воспитываются дети-сироты. По результатам состоялось расширенное заседание. Валентина Каримова в приемную семью в селе Жамбыл попала в 2,5 года. Младшая в семье, после 2 братьев и сестры, она ходила в детский садик с казахским языком обучения, затем в школу. Оба родителя – педагоги, уважаемые в поселке люди. А Валя в этом году перешла в 8 класс. Она активистка и отличница. Она держится свободно, отношения с братьями и сестричкой хорошие. Она у нас младшенькая, любимица, избалованная. В школе ее называют поэтом. Она шустрая, общительная, с удовольствием участвует в общественной, спортивной и культурной жизни школы. Для нас она сразу стала родной. В ходе рейда сотрудники районной прокуратуры побывали в таких семьях и ознакомились с условиями проживания приемных детей. Поговорили с опекунами и с самими детьми. На совещании, помимо итогов проверки, озвучили результаты работы по защите прав несовершеннолетних за последние 3 года. По результатам рейдовой проверки районная прокуратура дала 8 предписаний в местные исполнительные органы. По ним 16 человек привлечены к административной ответственности. Вместе с тем, путем прокурорского реагирования защищены права 1415 детей. Также по нашей инициативе в 3 школах района установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, был проведен анализ работы с нерадивыми родителями. Ситуация в таких неблагополучных семьях из зоны риска также под контролем. Были даны рекомендации по повышению качества этой деятельности. Алмагуль Джампиисова, Даурен Кажахметов, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.